Жил-был мальчик по имени Айбек, который мечтал о настоящем друге. Однажды, в приюте для животных, он встретил маленького щенка по имени Рекс. Сразу же между ними завязалась непреодолимая связь. Айбек взял Рекса домой, и они стали неразлучными друзьями. Рекс был самым преданным и защитником Айбека. Они проводили много времени вместе, играли в парке, гуляли по лесу и исследовали окрестности. Однажды, когда Айбек и Рекс гуляли в лесу, они услышали плач. Они пошли по звуку и обнаружили потерявшегося маленького котенка. Айбек и Рекс решили помочь котенку и привели его домой. Так началась новая глава в их жизни. Айбек, Рекс и котенок стали неразлучными друзьями. Они играли вместе, спали вместе и заботились друг о друге. Со временем Айбек понял, что настоящая дружба не знает границ. Он нашел в Рексе и котенке не только верных друзей, но и семью. Они были счастливы вместе и никогда не чувствовали себя одинокими. Но потом Айбек должен был уйти на город. Потом попрощался с Рексом. Их история стала примером настоящей дружбы и любви, которая преодолевает все преграды.